Традиционно первыми обновлению подлежат самые проблемные трубы. Поэтому сегодня раскопки параллельно проводятся в восточном и западном микрорайонах. Здесь, получается, задвижки ДУ-150 были. Ага. Как бы их заменили, потому что трубы 108 пошли, 108 диаметра, и задвижки поменяли на 108 диаметр. За месяц до начала подготовки к отопительному сезону выполнен большой объем работ по текущему ремонту, а также несколько объектов отремонтировано капитально. Участок протяженностью 250 метров по улице Уральской возле котельной Финская – шестой в списке претендентов на замену сетей тепловодоснабжения. Данный участок в текущую зиму нам много хлопот представил, потому что были постоянные порывы. Каждую неделю мы копали, в основном порывы были по горячему водоснабжению. Замену сети внесли в план капитального ремонта. Сейчас производится его замена. Меняем сети и ГВС, и отопление. В основном стараемся делать плановые участки, но в процессе работ всплывают непредвиденные какие-то работы, да, и по жалобам жителей, и там по вскрытию. Вскрытие, как говорится, показывает, то есть скрыли, увидели. Ну и вместо, допустим, там 50 метров приходится менять и 500, и 1000, и так далее. Всего же до конца лета необходимо модернизировать 1,5 километра инженерных сетей. Елена Гаврилова, Никита Павловский, Нягинский телеканал, специально для телеканала «Югра».